Городские службы Махачкалы проводят очистку ливневой канализации вдоль канала Октябрьской революции. Специалисты работают по улице Автомобилистов, после чего планируют перейти на улицу Ахульго. До начала работы было проведено полное обследование сетей и выявлены наиболее сложные участки. Также при проверке были выявлены факты подсоединения друг к другу труб, а на некоторых участках трубы отсутствовали. Это могло послужить дополнительной причиной плохой пропускной способности сетей. Все эти меры направлены на недопущение подтопления улиц и стоков ливневой канализации в канал в период обильных осадков.